стою слишком далеко. Yeah.
и только ухмыляется. Тут на одном из перекрестков бывалый как хлопнет себя по лбу. Вырвал у новичка карту, глянул. Точно! А ну, салага, давай вон к тому дому приберемся. Пробрались. Бывалый, теперь давай в этот породняк. Зашли, поднялись по лестнице. Бывалый говорит: стоп, ломай эту дверь. Новичок с разбегу выносит дверь. Бывалый, давай в кухню, ломай вытяжку. Новичок, значит, пытается отодрать решетку от стены. Пыхтит и спрашивает так с уважением: слышь, а чё хоть за артефакт такой, что сам не смог унести? А бывало ему: какой нахрен артефакт? Я до аварии в этой квартире жил, а вентиляции водку от жены прятал. Давай, ломай быстрее. Ну ты выдал. Ну ты выдал. Внимание, анекдот. Как-то поймали наемники сталкера. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по пояс. Через минуту достают и спрашивают: артефакты, бабло есть? Он им: нету. Опускает его еще раз, достали, спрашивают: артефакты, бабло есть? Да нету. Опять окунули и опять спрашивают: артефакты, бабло есть? Ну, тот и не выдержал. Блин, вы или опускаете глубже, или держите дольше. Дно мутное, ни хрена не видно. Вспомнил вот. Сталкер поздно ночью домой приходит. Пьяный в дрова. Жена ему: опять с девками в кабаках пил. Сталкер: да ты чё, какие девки? Патруль около зоны замел. На блокпосту 3 часа шмонали. Еле упросил, чтоб отпустили. И ты, значит, сразу водяры от радости нажрался, сволочь. Да какой я нажрался? Я же радиацию выводил, не домой же тащить. Оправдывается, значит, сталкер. А жена все не унимается. Ну ладно, а засосы на шее? Это все кровосос. Выскочил из-за угла, да как схватит. А у меня с собой только пистолет, еле ноги унес. Тут жена его как треснет по голове сковородкой. Ах ты, сволочь. В следующий раз своего кровососа встретишь, передай: такая помада уже не в моде. Ты даешь. Внимание, анекдот. Как-то раз сидим мы с мужиками в засаде. К вечеру ветер поднялся, посвистывает, завывает, холодно, трясемся все, а пустой живот бурчит, что твоя теща. И тут ты меня за плечо осторожненько так трогает. Я оборачиваюсь, а там кровосос. Ну да я не растерялся, как зару, как прыгну на него и давай ему глаза замазывать. Спрашиваете, чем кровососу глаза замазать можно? Как увидите кровососа в 2 шагах, узнаете чем. Само найдется. Ну ты выдал. А вот такое вам как. Пошли 2 новичка в зону. Не успели и пару шагов сделать, как на них кровосос напал. Новички, ясное дело, оружие с перепугу побросали и как рванут в разные стороны. Кровосос одного из них выбрал и погнался за ним. Тот на дерево, а кровосос за ним. Второй новичок возвращается, хватает ствол и давай, значит, в кровососа стрелять. Бах! У кровососа правое яйцо в сторону. Тварь, значит, от боли ревет, но по дереву дальше лезет. Тут снова бах! Левое яйцо в сторону. У кровососа кровище хлещет, но он все равно вверх лезет, только еще злее стал. Бах! Кровососу отрывает к черту последнюю причиндалину, но он все равно не останавливается. Тут первый новичок с верхушки дерева кричит напарнику: голову! В голову ему стреляй, придурок! Он меня не насиловать собрался! Вот послушайте, мужики. Ушел на покой старый сталкер. Сидит себе у камина с ручной собачкой и читает. В греческой и римской мифологии Цербер, чудовищный трехглавый пес со змеиным хвостом, охраняющий вход в подземное царство. Тут пес гав! Сталкер всполошился, за стволом сразу полез, а кругом все тихо. Он к собаке: ты чего, дружок? А тот: гав-гав, говно ваша мифология. А вот такое вам как? Заблудился как-то вояка в зоне.
Идет, значит, куда глаза глядят и кричит: «Люди! Отзовитесь! Кто-нибудь! Ау!» Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Он оборачивается, а там, опа, кровосос стоит и хлюпает ему, значит: «Чего орешь, а?» Ну, Солобон уже в штаны, понятное дело, наложил, но все-таки отвечает: «Я это, того, заплутал, кричу вот, может, кто-нибудь услышит?» А кровосос, значит, всеми своими щупальцами облизался и говорит довольно так: «Ну, я вот услышал, и чего теперь делать будем?» А вот такое вам как? Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз, рядом контролер ошивается. Сталкер ему: «Пошел вон отсюда, пока цел». Контролер обиделся: «Ну, ты сдурел, что ли? Нужна мне твоя развалюха 100 лет. А сталкер свое гнет: «Я сказал, вали. Угнать, скажем, не угонишь, а вот нацарапать какую-то похабень с тебя станет». Ну ты выдал. Вспомнил вот. Заблудился однажды вояка в зоне. Ну, значит, бродит туда-сюда и орет: «Люди, кто-нибудь, помогите!» А в кустах сталкер сидит и тихо прется. Ну да, ну да. Значит, на блокпосту по 3 шкуры драть — так урода и сволочи. А как залез в жопу, так сразу: «Люди, помогите!» Ну ты выдал. А вот такое вам как? Старые и молодые долговцы идут по зоне. Вдруг старый останавливается и шепотом говорит молодому: «Тихонько иди вон к тому дереву». Головастик на цыпочках пополз, аж вспотел. Дошел и руками показывает, мол, дальше-то что делать? А бывалый как завопит радостно: «Во, я же говорил, брешут, брешут, что тут аномалия». А вот анекдот. Как-то один мажор присытился своей халявной жизнью. Захотелось ему экстрима. Затарился он, значит, самым навороченным броником. Волыну наикрутейшую купил. Навешал на нее все, что только можно. Гайки вообще у ювелира заказал, платиновые. В общем, запаковался по полной. Ну, и отправился в зону. В наглую проехал через блокпост, часовому на ходу пачку баксов кинул. Едет, значит, по зоне, Хеннесси из горла хлещет, колонки какую-то попсу шпарит. В общем, как обычно, чувствует себя хозяином жизни. А тут вдруг, опа, хриплый голос в мозгу: «Слышь, пацан, закурить есть?» Ну ты выдал! Внимание, анекдот. Как-то столкнулись в подземельях агропрома кровосос и контролер. Кровосос: «Ну ты меня и напугал, чудовище!» Контролер: «Ты на себя посмотри, тоже мне принц прекрасный!» Ты даешь! Внимание, анекдот! Заползает пьяный сталкер в бар на карачках, поворачивает к стене и начинает ползти вверх. Перелазит на потолок, потом по другой стене сползает к стойке. Заказывает бутылку водки, выпивает, достает из рюкзака артефакт, закусывает. После этого разворачивается и выползает из бара. Один сталкер обалдел, ну и говорит другому: «Ты видал?» А тот ему: «Ага, закусил, падла». Не те уже времена. Раньше порядочный сталкер артефактом занюхивал. Классно ты выдал! Вот такое знает кто? Посадил сталкер псевдолепку. Выросла псевдолепка большая-пребольшая. Взял сталкер гранатомет и пошел ее добывать. И все бы у него наверняка получилось, если бы псевдожучки и псевдомышки не набежали. Внимание, анекдот. Допрашивает как-то майор на блокпосту матерого такого сталкерюгу: «Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны и имели при себе предметы, запрещенные к выносу за ее пределы?
Ну, а того, значит, запарил третий час под конвоем сидеть. Он как брякнет, так ёпаю, признаю, командир, был пьяный. А был бы трезвый, в жизни мимо вас, долбодятлов, с хабаром не попёрся бы. Класс! Хорошо! Я тут вспомнил вот. Идет новичок по зоне. Замечтался, а врага не заметил, и как покатится под откос. А внизу мясорубка. Ну, сталкер думает, все, прощай, мама. И тут его кто-то цоп, смотрит. Это зомби его схватил и тянет теперь куда-то. Сталкер его и спрашивает. Зомби, это спасибо, что от мясорубки спас. А куда ты меня тащишь? А зомби ему. Контролер свежее мясо любит, фарш не любит. О еде разговаривать нельзя. Класс! Послушайте, мужики. Стоит, значит, бывалый сталкер у перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара до фигища. Ну, он подумал-подумал и вперед двинулся. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у мужиков спросить, что за фигня такая стрёмная? Кабаки и девки. Класс! А вот анекдот. Заходит сталкер в бар. Бармен, дай чего-нибудь пожрать. Бармен, значит, начинает. Ну вот, сегодня есть глаз плоти в томатном соусе, жареные лапки с норков в томатном соусе, из рыбного щупальца кровососа в томатном соусе. Сталкера аж перекосило. Ты, говорит, чего это вздумал? Людей травить? Бармена тоже перекосило. Кто, кричит, я? А сталкер, а что, я? С грибным соусом давай. Какой нафиг томат? Ну ты выдал. А вот такое вам как? Учит, значит, опытный сталкер новичка, как оно в зоне жить. Как что делать, чтобы в неприятные ситуации не влипнуть. Молодой спрашивает. А представьте такое дело. Вот идем мы с вами по зоне. И тут со всех сторон монстры. Все какие только есть. А у нас только один патрон на двоих. У вас в стволе. Вы как тогда поступите? Сами застрелитесь, а меня на растерзание оставите? Или меня застрелите, а сами как-то выкручиваться будете? Старый сталкер, не раздумывая. Говно вопрос. Тебя, конечно, за то, что накаркал. Внимание, анекдот. Попал как-то раз сталкер на экскурсию в ад. Ему черт показывает муки, которые грешники терпят. Кипящая смола, плетки, раскаленные угли, огонь кругом.